Я не могу поверить. Это реально страшно. Всем привет, мои любимые подписчики. Ну что, пришло время вам показать кое-что там. Да, для начала, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, оставить комментарии. Ну, много чего интересного я вам подготовил. Но сегодня у нас будет очень обширная тема. Есть множество тайн, которые тяжело объяснить. Вот лично мое мнение останется при себе. Потому что я вижу одно, а говорят другое. Про что я имею в виду? Так, например, давайте разберемся. Все, наверное, видели необычные метеориты, которые пролетели и разварялись в небе. Кто-то даже начал говорить о том, что этот необычный момент или ракета сталкивается с куполом нашей Земли. Но правда это или нет, никто не знал. И вот очень интересный момент происходит. Говорят, что в Канаде, в США, в Китае, в Англии, в Европе были замечены эти необычные объекты. Но что это было значит? Начали говорить о том, что это Россия использует такие новые методы новых ракет. Кто-то начал говорить, что это НЛО через какие-то спиральные телепортации. Кто-то вообще начал говорить о том, что это вообще ничего, это монтаж. Но на самом деле оказалось все очень интересно. Нет, друзья, да, это не ракеты были все-таки. А были это очень интересные вооружения. Что именно, мы сейчас с вами это и разбираемся. Что на самом деле происходит в нашем мире? Вот эти спиральные, это оказывается новая технология. Да, все считали, что это НЛО, кто-то даже считал, что это оружие, кто-то даже считал, что это вообще что-то другое. Нет, друзья, оказалось все очень интересно. За последнее время в научном прогрессе множество технологий ушло вперед. Вы сами видите, без всяких там фанатизма. И самое интересное то, что эти технологии теперь вокруг нас. Военные используют дроны, местные используют дроны. Связь улавливаете? Нет? Ну давайте еще кое-что-то. У военных есть автомобили, которые на электрические. Есть такие. И у обыкновенных жителей тоже есть. А теперь улавливать? Ну ладно, давайте расскажу. За последнее время технологии ушли так вперед, что множество технологий из военного промышления ушли куда? Правильно, в местное. То есть это оказывается в том, что мы с вами видим, как развивается технология. Но вы спросите, а почему тогда эти спиральные? Да, друзья, были множество интересных событий, что это создавали россияне, США, там кто-то другой. Нет, друзья, это реально новая технология, которая телепортируется, да, с одного участка на другой. Поэтому кто-то в Китае видел это необычно, а потом в США. Но за последнее время стали появляться очень интересные видеосюжеты. Да, друзья, вы все это знаете. Даже Трамп сам рассказал про инопланетян, о том, что он верит в них. А если он в них верит, то вы думаете, другие чиновники не верят? Но вот очень интересный момент. В море был замечен необычный челнок. Он просто был на поверхности. Видите, купол его крышки сверху, он открыт. Значит, оттуда кто-то вышел. Неизвестно, достали они его или он ушел под воду. Но ситуация в том, что все это происходит не первый раз. Есть множество событий, которые происходили и 5 лет назад, и 10 лет назад. Но самое интересное, это скрыть вообще невозможно. Лично нам говорят о том, что на Землю летит там метеорит, вы все это видели. Множество событий, которые происходили. Но это все происходило не просто так. На Землю падали какие-то обломки, в океаны также падали обломки, и все это скрывали. Теперь что на самом деле происходит? А происходит то, что и должно произойти. Мы видим необычный формат событий, которые сейчас скрывают от нас, это летающие объекты. И эти летающие объекты появляются
на военных учреждениях, то есть на военных базах. Но там, друзья, есть кое-что одно. Нам сейчас показывают очень уникальный и необычный момент. Я помню очень интересный момент, который нам показал один очень интересный дрон. Это еще в 2007 году. Он зафиксировал очень интересную картину. Вот эта картина. Ракета «Томагавка» была перехвачена этими двумя летающими объектами. Никто не знает причину, никто не знает почему. Но ситуация в том, что каждый из нас не верил до того момента, что есть это. Кто-то утверждает, что это секретное оружие, кто-то говорит, это вообще монтаж, но неизвестно. Известно много чего происходит. Есть военная категория людей, есть те события, которые создаются технологиями, но есть то, что от нас скрывают. Это секретные материалы. Я лично не могу сказать точно, что может произойти, если эти объекты нападут на нашу планету. Да, друзья, это звучит очень интересно, но за последнее время нам угрожают, как уже говорят, тысячи и тысячи объектов на нашу планету. А как защищаться тогда? Неважно. Да, конечно, неважно. Вы же сидите в компьютере и думаете, все хорошо. Да, друзья, это очень хорошо, но на самом деле мы можем первыми зрителями на первых местах увидеть вторжение НЛО. Предлоги будет множество. Даже сейчас говорят о том, что роботы захватят мир, их сделают пришельцами, там, и там изменит там ситуацию. Да, это все возможно. Ну а кто их остановит? Сами посудите. Вокруг нас происходят страшные и необычные дела. И ведь множество людей, которые на самом деле верили в этот исход событий, сейчас появляются тайные секретные материалы. Их очень много. А технологии, которые сейчас происходят до этого момента, меняются. Меняются колоссально. Мы недавно видели, как роботы просто передвигались специальными там проводами. А сейчас мы видели, как собака-робот также передвигался, а сейчас с пулеметом бегает. Это что происходит? Я не знаю, друзья. Подумайте сами, а верите вы в то, что на нас нападут или от нас начнут именно вторжение из Земли? Вообще много идет дилемма, что даже космические корабли находятся под землей почти 10 километров. И они скоро выйдут на поверхность. Так что не зря нам показывают фантастические фильмы про вторжение инопланетных существ. Посмотрите сами. Ну а я с вами, друзья, прощаюсь ненадолго.